да здравствует весна и упаси меня Бог от народных песен. Вот, к березкам, вот. Вот-вот. Вот перед вами моя церковь. Все, двигаем. В общем, сегодня ночью, все, еще раз говорю, сегодня в 6 утра я проснулся в холодном поту от того, что... От чего? Да, я четко сформулирую. От того, что происходит вовне, потому что это меня совершенно не волновало, а сейчас я считаю, что это уже просто дело каждого. Что беспредел. А что происходит в моей жизни? Собственно, как там это все дальше улаживать? Потому что я постоянно живу в состоянии вранья во все стороны. Не то, что вранья, но, понимаешь, меня сами... Само мое окружение меня к этому вынуждает. Понимаешь, если бы люди, мои друзья, мои близкие, если бы они... Вообще все люди, если бы они умели общаться друг с другом уважительно, а не по принципу угнетения, унижения, значит, приземления, то все было бы гораздо, гораздо лучше. Ну, ладно. Это, возможно, как раз-таки именно вопрос коммуникации. Я уже говорил про то, что в случае, если бы я или ты, если бы мы выделили самого себя и стали бы общаться с самим собой, то еще неизвестно, до какой степени дошла бы ссора, да и вообще всяческие неудобства. Ой, неудобства. Вот. Значит, я только что открыл, что, собственно говоря, я вот выхожу, вот Китай-город, я вот отсюда выхожу. И я просто делал круг все это время. А возвращаясь к этому месту, смотря на него как на другое место. Представь. Это я считаю очень примечательно. И что-то я уже подпотеваю как-то нехорошо. Хотя обычно я здесь, помните, в какие тут зимние глубины ходил. Но уже март. Причем таки уже середина. Представь, перемотка, а? Помните, была кассета с видимой перемоткой? Вот это, собственно говоря, наша повседневная жизнь. Да. Вот оттуда выхожу. И вот на это вот здесь смотрел всегда при выходе, как на другое место. И когда возвращался, я этот кусок Китай-городской стены не видел. Эх, ладно.